Всем привет, с вами Гидеон, и сегодня будет выходить различные дивмиссии. Сегодня мы продолжаем вторую часть нашего проекта. Выходи из особняка, вот дерьмо. Так. Отлично. Выходим из особняка и думаю... Сколько же вас, ребят? Вы чё, обалдели? Вы чё, обалдели? Вы чё, омолели, что ли, сука? Вы, блядь, сука. Я прям не могу удерживаться. Да ну. А, чуваки, извиняюсь. Но я примучить буду. Больше никак. Блядь, идите вы. Идиот. Дебил. Что за дебилы? Так. Дебилы. Он дебилы. Что за вообще? Сколько вас вообще вышел? А, надо было просто бежать. Я еще вернусь. Подонок. О, как пафосно говорит. Что за... Замочите его, не дайте ему бежать. Кого? Так, колес. Миссия выполнена, уважение плюс. Так, следующая миссия у вас. Окей. Мы кстати, выполнили игру вторую. Так, где там? Третью миссию давайте начнем. Так. Окей. Маркер давайте уберем. Глава третья. Автор Орион. Вот там мы идем. Интересно, куда? Хм. Подозрительно смотрит наверх. Это его, походу, дом. Я так понял, да? Не пугайте меня, пожалуйста. Я не хочу прям в сиром хору опять обосраться. Что-то прям... Что, блядь? Что происходит? Это кто вообще? А, это он переоделся и в душу. А, ясно. Неплохо. Надо собраться. Собраться? Зря бензил со мной связался. Чего осталось договориться с Кленси? Выйди из съемной квартиры. Да, окей. Так, Лэнси, возможно, сейчас в своем офисе. Это вообще-то казино в УЗИ. Ой, казино Калугина. Чё-то перевод. А, это... Так. Так. Почти. Надо, кстати, твою ж. Опять не получилось. Ну, не повезло тебе. А это ты немец. А этот... Давай без шуток. Горегре. Пойми, что... Да, и что за дело? Мне нужно, чтобы ты отключил сигнализацию у дома Бензила. Так, конечно, сейчас возьму.